Всем привет, дорогие друзья, с вами Орал ТВ. И сегодня, кстати, по поводу Орала, я его недавно откопал. Сейчас я вам покажу, вот оно. С этим ремонтом я его потерял. Наконец-то я его нашел. Вот такой вот Орал у меня. Микрофон сам говорить не буду, а то очень громко, наверное, буду. В общем, Орал ТВ с вами. Ну, иногда буду его использовать, потому что его не очень удобно использовать столом. В общем, мы играем с вами в игру Little Nightmares. И мы продолжаем проходить ее. В общем, на прошлой серии мы с вами повстречали очень жесткого типа. Вообще, что за типы? Тип под названием повар, который очень-очень вкусно хотел нами полакомиться, но я его наебал, конечно же. Он до сих пор в поисках нас. И в прошлой серии, вы помните, что мы на лифте поднялись и попали в такую комнату, из которой нам выйти довольно проблематично. Закрыто, да, я так понял? Да, тут закрыто, он ушел вправо, то есть нам нужно искать путь как-то по-другому. Я помню, что можно вот здесь открыть эту херню. Я просто проходил этот момент еще раз, потому что сохранение было в том моменте, когда мы мясорубку с вами месили, пацаны. Поэтому пришлось все-таки перепройти данную фигню. Так, эту дверь с другой стороны никак не сделать. Поэтому придется собираться каким-то образом, как это сделать, я пока не особо понимаю. Давайте думать. Думать своей in my бошка. Думать, как это все провернуть. Тут вот видите решетка. Подушка, может быть, которую можно использовать. Надо использовать подручный материал, какие-то, чтобы открыть дверь. Либо, слушайте, либо, может быть, нам нужно тут ничего делать не нужно. То есть на помойку забираться не надо. Вон оно как. Нихуя себе, в помойку можно прыгнуть. Блядь, так тут же вонище, блядь. Чувак, как ты тут не сдох. Я помню, один раз заходил, блин, на свалочку-то. Понюхал там очень приятный запашок такой, вообще пиздец какой приятный, что можно кони отодвинуть свои ноги, блядь, от этого запашка. Так, ладно, мы идем вверх, вот тут явно сделано для нас. Да, и пролезаем. Умная тёлка, это редкость в наше время, поэтому берите с неё пример, видите, не смогла найти способ здесь, прошла в другой, а дальше можно? Дальше можно, почему бы и нет? Так, это у нас, значит, комната, где моют посуду. Понятно. Я так помню, мы... И не один даже повар. Нихуя себе, не один даже повар. А дальше идти можно, дальше. Вон, видите, пена, блядь, пена здесь, везде пена. Хуй они такие, блядь, грязнули. Все равно же, блядь, грязно все. Ага, тут, значит, решетка. Ну, логично, что нам нужно попасть вот сюда. То есть дырку, которая находится над нами. Никакие проблемы-то не сделать. Нам нужно просто выпрыгнуть отсюда. И вот так вот ёбу дать. Ёбу, сука, дать. Сейчас мы дадим ёбу. Опа. Заметили нас? Заметили, блядь. Тихо. Залезаем. Тут, наверное, нас никто не... Хуя, двое свою щемают, блядь. Это его девушка, что ли? Помните, я раньше в прошлой серии шутил? У каждой твари есть... Точнее, пары... Точнее, у этой пары, скорее всего, твари нет. Оказывается, есть, блядь. Еще какие, блядь, есть такие же, нахуй, размеры, посмотрите, реально тёлка, нахуй. Реально, сука, тёлка. Так, дальше-то нам куда? Направо, наверное, скорее всего, нужно. Вот, конечно же, направо. Так, тут разбита тарелка, сука, криворукая, блядь. Так, и тут, естественно, дверь закрыта. Ну, как же нам ее открыть, скажете вы. Естественно, есть рычажок, который нам поможет это все сделать. Вау! Блять, сука, ты же щемит, блять! Че, не можно достать до нас? А нам никак не зап... Сука, мы прям перед его носом. Вау! Поймал еще, сука, в штанину свою грязную запихал нас, чтобы потом приготовить. Ух, блять! Ладно, мы проснулись, за благом проснулись здесь, никаких проблем нет. Мы можем еще раз, я не понимаю, нахуя нам этот рычажок? Однако, по тарелкам нам нужно сначала найти путь наверх. Путь наверх нам нужно сначала найти. Прежде чем этот рычаг поворачивать, нам нужно сначала путь наверх сделать. А, логично, что нам нужно... Тут, видимо, залезть как-то нельзя наверх. Угу. Давайте, знаете, тогда как сделаем. Значит, нам получается, нужно сделать рычаг направо. Направо. И после этого спрятаться под столом. Я думаю, это логика. Он нас не видит, да. Мы какой-то рычаг повернули, пока хз какой. Тарелку, видите, он потерял. Воу! А, это, блядь, ботинок его. Я думал, это мясо какое-то у него под штанами, блядь.
Сука, криворукая обезьяна, блядь, тарелки не можешь нормально поднять. Сука, под тарелку помыл, так сразу ее кинул. Разбить тарелки нихуя не убирает. Вам уборщик, сука, нужен, блядь. Наймите меня уборщиком, я маленькая, я все вижу, блядь. Наймите уборщиком, я вам все нормально сделаю. Главное, не жрите только, сука, меня. Заебали, я за бесплатно... Тарелка, видите, пропала. Так, ладно, он убежал, значит, все понятно. Так, под пусатомоечную машину прыгай. Это тоже, блядь, завыл нахуй. Грабитель ебучий. Вы заебали, блядь, тут вокруг да около свои тушки показывают. Вот, сука, жопой танцует слева. Видите, жопу свою выставил нахуй. Тверк будет сейчас танцевать. Да вы чё, охуели, что ли, мужики? У меня тут, блядь, не как бы YouTube, если что. Не нужно тут ничего делать. Никаких мужицких танцев, стриптизов устраивать нам тут не нужно. Так, давайте-ка наверх. Сука, заметил? Да, блядь, сука, даже заебали. Как? Я ж залез туда. Сука. Ебан, диджей, сука. Что мы делаем этим рычагом? Нужно сначала изначально понять, что мы делаем этим рычагом. А, мы, короче, крючки в другую сторону плывем. Да, все понял, нужно на этот крючок залезть. Но залезть можно с помощью другой комнаты, я понял. То есть надо как-то избежать, я понял. Я все понял. I understand you. Understand that, understand anywhere. В общем, окей. Кстати, смотрите, я только сейчас заметил, тут снизу кровь. Или это вода такая? Я думаю, это вода. Ладно, будем надеяться, что это не кровь. Просто непонятно, на красном фоне. Так, ладно, давай мой свою посуду быстрее. Мне нужно мимо тебя пробежать. Я даже знаю, куда пробежать. Скорее всего, нам нужно пробежать туда влево, опять в эту дырочку, чтобы обстановку-то оценить хотя бы как-то. Оценить обстановку и вынести какой-то вердикт хороший. А то эти чуваки реально... Это вам не шутки, мы встретились с маршрутки. Мы это не маршрутка, это моповая. Так, ладно. Как же на эти крючки-то залезть? Если мы пойдем по тарелкам, нас обнаружат. Very interesting situation. Как вы думаете, дорогие друзья, что нам делать? Наебать, да, наебать или же не наебать? Тут только по тарелкам, сука, идти. По-другому-то никак, блять. По тарелкам только щемить надо. Но как же это сделать-то? В другую сторону мне пройти? Ну, можем, конечно, в канализацию пропихаться, но... Это довольно опасно, там уже у кого дырки ходит этот вторая хуйня, блядь, целых два повара, вот в первой серии был первый повар, в этой два, блядь, в третьей что, три нахуй, два повара и длиннорукий, который уже не длиннорукий, а короткорукий, ха-ха-ха-ха, сука, диджей ебан, блядь. Так, ладно, не заметили, и то хорошо. Бля, заебали. Как тут попасть-то нахуй? Надо, значит, здесь никак не пройти. Или надо подождать как-то. Как вы думаете, дорогие друзья? Я пока не могу понять. Заебал танцевать свою жопой. Во, видите, опять танцует слева. Видели, чувак? Он вот так вот, вот так вот. Влево-вправо. Отжигай жопой своей, подвигай. Дальше-то что у нас там? Ничего не видно, блядь? Понятно. Нужно как-то это участь избежать. Ну видите, он постоянно тут ходит, то есть тут невозможно залезть. Значит, нам нужно дальше бежать. Дальше нам нужно... Да, вот здесь вот и обратно, да, я так понял? Обратно и дальше как-то на крючок нам залезть. В другой комнате, да? Вот здесь вот, да? Тут не просто же так дырочка сделана. Все же сделано тут ради того, чтобы мы попали наверх. Да, вот тут вот есть эти кочегары, котлы, блядь. Да, вот оно наконец. Сука! Блядь, я думал, он упадет, сейчас надо будет все заново называть. Начинать. Но за благо такого не произошло. Так, залезай, чувак. И на крючок, прыгай, на крючок, знаешь, как рыбка. Вот так вот, хоп! Прыгай, короче, на него. Прыгай. Давай, еще крючок. Давай, крючок, очередной крючок. И прыжок, хоп! А, не туда прыжок. Ну, ладно. Так будет, конечно, проще. Все. О, люблю поездки такие. Ну, знаете, есть какие-то центры, где там
горки катаются или еще что-то, и там есть такие вот вагонетки, которые так едут сверху, ты смотришь на долбоебов снизу и понимаешь, что ты бог всея Руси, нахуй. И сейчас мы и тарелочки собьем, да? А, нет. Они там что-то кричат, а мы спокойненько-приспокойненько едем на крючке и отдыхаем. И отдыхаем. Вот это я понимаю. Отдыхаем, да. Прямо кайф. Кайф. И сейчас проедем еще и прачечную. Ну, не прачечную, а как вот эту вот херню. Надеюсь, он рычагом не умеет пользоваться. Ой, сверху, сверху, сверху. Ой, Господь сам на нас снизошел. Видите, он желтого цвета. Это же... Знаете, как бог, у него сияние такой. Вау, этот уже ловит нас, сука. Так, ладно, мы туда не поедем. Мы спрыгнем где? Смотрите, какой пидорасина, ты ебучий. Ай, блядь! Сука! Давай, 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 давай! Фу. Блядь, поймал! Хуя, неожиданно дверь открылась, я обосрался. Ой, блядь. Сука, я так обосрался вот этого всего. Хорошо, что тут ничего. О, может быть туда, может быть туда. Блять, все равно поймал. Пидор. Это было жестко. Дайте, пацаны, отойти от этого, отойти. Бежим, 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 бежим. Еще и второй, сука, нас ловит. Второй, сука, нас ловит. Второй. Ай, да как это пройти-то? Или надо снимать сразу? Снимать надо сразу. Да, надо сразу щемать, тут нет никакого права на ошибку. Смотрите, он сейчас делает паузу. Да, пока пытается нас выбежать, а мы с другой стороны щемим. Мы с другой... Ой, 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 долбоёба, долбоёб, пока-пока. Еще и бутылку в корабль кидает, знаете, правильно ее кинуть нужно в корабль. Говорят, не всегда попадешь бутылкой в корабль. Он не попал в наш корабль. А мы спокойненько-приспокойненько по трубе, по нашей любимой скважине, уходим в другую локацию, естественно. Естественно, уходим в другую локацию, и нас ничего не ебет. Не ебет. Конечно же, все же, дорогие друзья, понимаете то, что эти безмозглые ебанаты нам ничего не сделают буквально. Мы избежали участи повара и спокойненько-приспокойненько идем дальше. Надеюсь, тут не будет еще чего-то более крупного, чем эти два пидораса, которые хотели нас выловить. Угу. Большая трубень, по которой, наверное, говно течет. Естественно, это моя канализация. Маленькая-маленькая для нас специально лесенка. Хм. Подозрительно что-то, подозрительно, блядь. Но, опять же, другого исхода у нас нет, поэтому мы идем наверх. Одна, вон, смотрите, даже поломанная лесенка. Ну ладно, видимо, это переход в другую локацию. Разработчики решили сделать это немного таинственным способом, чтобы мы ощутили всю атмосферу игры на себе. А-а-а! Я же говорю, корабль! Я же вам говорю, блядь, корабль! Мы выбрались в свет, в сияние! В туристический корабль! Я же говорю, что это корабль, блядь! Но откуда длиннорукий там, непонятно. В дырочку не будем залезать? А нет, нам надо наверх идти. А если в воду прыгнем? Или же это не корабль, слушайте, пацаны. Не, корабль, только какой-то уродливый, да? Ебать, камера отходит. Ладно, ползем, ползем. По якорю, вперед. Как все удачно у этого чувака складывается. У него всегда под рукой есть выход. Вот бы так было в реальной жизни. Но, к сожалению же, реальная жизнь слишком сурова, чтобы из каждого выбора был выход. Если понимаете, о чем я говорю. Даже судя по тому, какого размера чайка, мы, наверное, такого же размера. Хотя 9-летняя девочка размера с чайку – это довольно странное явление. Угу. Я понял. Все это, видимо... Ладно, такая шутка будет, наверное, плохая. Поэтому я не буду ее озвучивать. Это уродливый мир, в котором каждый жирный. Это, знаете, мир, в котором много еды. В котором решили проблему голода. Наверное, скорее всего, так оно и было. Все стали жирными. Я бы еще пошутил, если бы это был не YouTube, а так промолчу. Отлично, мы избавились от повара. Идем дальше. Давай, выбивай. О, какая же она слабенькая, маленькая девочка. Лолик. Ладно, идем дальше.
Жалко, что ее ебальника не видно. Вдруг она на самом деле милая няша, а просто няша-стесняша. Поэтому она, как говорится, и носит капюшон, чтобы ее лицо никто не видел. Надеюсь, мы увидим ее лицо. Но, надеюсь, мы не увидим ее лицо, если оно очень страшное. Ну, тогда смысл, если... Получается, если она страшная, и эти люди страшные, то, получается, это минус на минус дает плюс. То есть, они должны одинаково примерно... ну, то есть, они должны быть друзьями. Получается, это милая тёлка в мире, где все уроды. Может быть, она попала на другую планету, в которой все жирные и все такие уродливые. Или тут все слишком утрировано. Смотрите, Богоматерь слева. Это единственная тёлка, которая мне очень сильно, ну, симпатизирует среди всех этих чуваков. Слушайте, а может быть, можно как-то с ней проконтактировать? Может быть, можно ей как-то смс-ку отправить? Но я не буду это пробовать. Так, ладно, мы не будем рисковать, и мы прыгнем на эту маленькую люстру. Блять, они еще так... Посмотрите на ебальник бабы, который подо мной, сука. Это же нахуй оно, реально, блять. Это оно, блять. Еще и в маске, сука, идет. У этого вообще, блять, нос нахуй на другую сторону. Три глаза, блять, что это за мир такой ебучий, где все уроды-то? Пацаны, или это, знаете, это кабинет, в котором делают пластические хирургии. То есть все уроды пришли туда и хотят сделать себе... Хотя себе сделать операцию. Может быть, на самом деле, этот мир не так уж и плох. Нет, тут слишком много еды. Смотрите, какие огромные пироги. Может быть, нам разработчик хочет показать, насколько люди много едят? Потому что мир — это не только еда. Смотрите, жрут и жрут, жрут и жрут. Суки-то какие, блядь. Жирные падлы, блядь. И все, главное, как на одно лицо, блядь. Вау, 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 осторожно, стоп. И все равно же съесть, сука, хочет. Все равно же, сука, сожрать ходит. Тебе мало что съел, блядь. Вы посмотрите, у него и так мясо было духуища на столе. И все равно ведь сожрал. Все равно, сука, сожрал. Какие же они все уроды. Это вот называется чревоугодие, да? Может быть... Блять, да, а как это пройти-то? Прямо в рот, ведь целиком уже проглотил уже, даже не жевал. Какое неуважение. Какое неуважение к девочке, у которой даже нет штанцев. У нее просто одно маленькое платье. Блять, какой же пидорас, все-таки нас запалил. Ведь смотрите, и... Ага, нужно прыгать, короче. Блять, все равно схватил, съел. Он нас замечает быстро. Вот он, ему настолько важно съесть именно нас, то есть, что он даже свою еду, сука, прокидывает. Блять, вот как эту проблему решить? Может, надо вот так вот бежать, да? А всем похуй, только этот чел, да, бежит? Он не поднимется, потому что он долбоёб, сука. Он не поднимется, потому что он, сука, долбоёб. Так, поднялся, блядь. Всем похуй, да, я так понял? Всем, сука, похуй. Давай табуретку, нахуй, тёлку упадёт. Поднимешь, блядь? Не поднимет, пидор. Походу, этот чел за нами не идёт больше. Сосиски, сука, все жрут, блядь. Все нахуй жрут. Фу, блядь. Какие же вы, сука, все мерзкие. Так, видите, наверху нахуй есть эта хуйня. Надо в нее прыгнуть. Так, давай-ка. На тёлку, блядь. На тёлку, сука. Прямо к ней в рот угодил. Прямо, сука, к ней в рот угодил. Опять мы около этого долбоёба стоим, который жрет постоянно хуйню. Мне уже задолбало и смотреть на него. Так, ну, с этим парнем мы поняли, как решать. Нужно вот так вот оббегать и убегать. Да-да-да, все понял. Он за нами ползет, ебучая квашня. Даже ходить не будет. Он, кстати, довольно ловкий для своего веса. У нас постоянно, сука, такие персонажи встречаются, которые очень ловкие для своего веса. Он не пролез там. Он там застрял, да? Ну ладно, нас пока не видят. Что же нам делать? Что же нам делать? Может быть, нам надо как-то привлечь внимание? Жируха, сука. Как же я люблю жирных людей, которые не могут достать до меня. Какая падла, сука. Занимайтесь спортом, пацаны. И не будет такой ситуации ни у кого. Вау, вау, вау,
Блять, сука, надувашка ебучая. Она взорваться должна. Я должен прыгнуть на нее, а потом от нее туда наверх, я понял. Занимайтесь спортом, реально. Не будет такой хуйни. Ну, это прям, конечно, вообще перебор. В натуре перебор. Но, однако, знаете, что такая хуйня может вас постичь, если вы будете много есть. Рано или поздно, в случае... Блять, схватил. В случае, когда люди жиреют, это не редкость, особенно в некоторых странах. Я не буду уточнять каких, чтобы не получить страйк на свой канал. Я думаю, вы и так сами знаете, кто эти какие-то страны. Но в любом случае, ладно, идем. Так, за нами ползет эта хуйня большая. Квашня. Шпоч. Шпачина ебаная. Шпоч, если что, это лягушка на нашем языке. На языке Арау ТВ, если вы понимаете, о чем я. Вот, поэтому, ладно, так, единственное, что я понял, нам нужно на тарелки залезть. На тарелках нас точно никто не пойдет. И потом нам нужно как-то запрыгнуть на эту тёлку. Блять, лампа, сука, лампа, блять, на лампу уже можно залезть, чего же такой ебан-то? На лампу уже можно забраться. Все, давайте, последняя попытка, я думаю, она будет выигрышная. Я лампу-то не заметил даже. Вот долбоёб, мозги нет только. Вот веса нет, мозгов нет. Понятное дело. Как говорится, шо роста, шо мозгов. Вот это про меня. Ну и про меня в жизни, потому что, наверное, скорее всего, меньше, чем эти чуваки. А вот эта тёлочка, короче, это единственная, кто не подалась на искушение. Она единственная, кто не пожирнела. Она сказала «нет» чревоугодию. И, собственно говоря, правильно сделала. Я бы на её месте точно так же поступил. А эти чуваки настолько выросли, что у них стала большая еда, что они стали все жирные. Блять. И не достало, сука, не достало. Все, мы прошли. Пацаны, мы с вами прошли. Еще есть достаточно времени, чтобы играть. Поэтому мы играем дальше, продолжаем. Так, эти чуваки нас не замечают, потому что они слишком увлечены поглощением пищи. Конечно же, надо быть. Так, маленький конусик, это тоже единственный друг, который тоже не стал жирным. И он нашел дырочку. Так, ладно. Течет вода, конус. Ну что ж, мы с тобой одни, кто не поддался на эту провокацию. Че, сквозь тебя можно проходить? Ты не наш друг? Да, обнимашки, как это мило. Давайте еще раз. Или, слушай, его надо использовать, а я-то думал обнимашки. Зажигаем лампу. Давай, зажигай. Сука, зажигай, я говорю, зажигай. Может быть, как-то его засунуть, как-то... Че это за конус такой, тоже непонятно. Кто это, че это за персонаж? Он наш друг или не друг? Но судя по тому, что он нас не ест, он наш друг. И это хорошо. Высоко хорошо. Так, ладно. А что дальше-то делать? По трубам идти? Ну, очевидно, что по трубам надо заходить. Но конус тут тоже неспроста. Может быть, он нам поможет как-то? Прыгнуть на него нельзя. Что же делать-то? Как же дальше поступать в такой ситуации? Ну, его можно взять, смотрите. Значит, его можно как-то использовать. Но как? О! Это что такое было? Так, может, вот этот носок... А, его можно кинуть. А зачем его кидать? Слушай, может быть, его кинуть, чтобы вот этот носок поднять? Вот видите, носок. Да, его нужно определенно куда-то кидать. Но куда? Непонятно. Может, сюда? Или, может, вообще это место, оно, скажем так... То есть сначала надо что-то сделать в прошлую локацию, а потом уже зайти. И слушай, или может быть вот эту балку надо потрогать. Этот конусик очень сильно боится. Он очень сильно боится этих чуваков. Но пройти назад можно, значит, следовательно, с прошлой локацией что-то может быть связано. Угу. В табуретку попали. Все поглощенные пищи. Вот эта табуретка тоже тут неспроста. Забраться на нее тоже можно. Ой-ой-ой, сразу надо жрать, да, конечно. Вон бутылочку возьми, сука. Выпей, блядь. Долбоеб. Смотрите, нас ищут. Нас, сука, ищут, блядь. Так, я предлагаю пробежать сквозь этих чуваков, посмотреть, что у них там есть. Вау, долбоебины ебаные. Поймайте меня, суки. Суки, поймайте меня. Да, действительно, нужно сюда забраться.
Но видите, они даже и не особо претендуют на то, чтобы нас поглотить. То есть они попытались чуть-чуть, у них не получилось. И, собственно говоря, блядь, я тоже ебанулся, поэтому у меня тоже ничего не получилось. Они не хотят. Это в принципе, люди, которые не особо хотят стремиться к чему-то. И я могу их понять. Так, осторожно, тут можно залезть. Зачем эти сосиски? Они нам нужны? Как их можно использовать? Никак, я думаю. Ну, они просто качаются, и все. Давайте опять пробежим. Там я, видимо, упал. Нужно что-то с другой стороны, короче, как-то обнаружить. Ой, сука, тянется, блядь. Ебанушка. Пацаны, до свидания. Всем привет, всем пока. Мы с вами Орал ТВ. Короче, ну, поняли. Да, примерно так же. Я здороваюсь с людьми. Так, кастрюлю надо двигать, да, я так понял? Или сосиски? Чё ж я, сука, туплю-то, блядь? Вот же, наверх же есть. Почему такие мелочи замечаю? Точнее, не замечаю. Странно. Да, вот, и тут выход наверх. Это было предсказуемо. Предсказуемо и очевидно. Тогда зачем, сука, там была вот эта маленькая скважина, в которую мы попадали? Наверное, это просто для того, чтобы поняшиться. Няшиться нужно всем, даже таким, как Конусик, даже таким, как мы. Изгоем. Все в этой жизни как правдоподобно. Так. Как видим, проход заблокирован огромными чуваками, как всегда. Все, сука, жрут, все никак не могут нажраться. Даже никто друг с другом не болтает. Это обидно довольно. Наверх нельзя попасть? Нет, нельзя попасть. Тут тоже, даже видите, даже еда на этой хуйне, которая, в принципе, никому не нужна. Вот по которой я прыгал. А тёлка, видите, она хоть и... маленькая, но все равно не ест. И знаете, мне что-то напомнил. Смотрели ли аниме такое под названием... Как оно называлось-то, блядь? Сука, от Хаяо Миядзаки какое-то аниме. И там тоже вначале все жрали. Свиньями были. Я забыл, как называется это аниме. А, «Унесенные призраками». Вспомнил, во. Там тоже вначале родители маленькой вот... телочки тоже кушали постоянно. И из-за этого... Стали свиньями. Как, собственно говоря, вышло и здесь. Так, куда же нам идти-то? Я пока не могу понять. А, еще можно тут пройти. Вау-вау, сразу за нами бегут все свиньи. Нам нужно в ту комнату. В ту комнату, сука, бежать. В ту, сука, комнату бежать, блядь. Давай, прыгай. Ну, это очевидно, что сюда они прыгать не умеют, поэтому нам теперь ничего не угрожает. Давай еще чуть-чуть. Нам нужно как-то это все избежать. Надо как-то в другую сторону. Сука, главное не перни, он там жопа большая. Воу, 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 осторожно. Уже в другую сторону надо идти, блядь. Нас окружают. Воу, 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 тихо, тихо, долбоебина, тихо. Бля, что делать-то? Нас окружили. Нас, сука, окружили. По его спине пройти. Ага. Вот какой пидорасина. Бля, он нас догоняет. Фига он жесткий. Фига он жесткий. В дырочку попал. В дырочку, в дыряшку попал. Ну и, конечно же, используем... Что? А, сквозь пройти можно, да. Мы попали в лифт. Очередной, в котором, наверное, да, повар привет сказал. Все-таки мы не сбежали его присутствие, скажем так. Да как он нас услышал-то, блядь? О, можно спрятаться здесь. Или в унитаз он прыгнуть. Так, не показывайте эту сцену. Я умоляю, не показывайте эту сцену. Не показывайте эту сцену. Не нужно. Я не хочу видеть, как он срет. Отлично. Убежал. Долбоеб, убежал. Даже все прокинул. Везде грязь одна, беспорядок ебучий. Что-то мне это напоминает. Отгадайте, что мне это напоминает, но в комментариях напишите. Если вы поняли меня, о чем я. В туалеты не буду, потому что, конечно, говна там будет дофигища. Понятно же, почему его будет много. Так, дверь закрыта. Что же нам делать-то? Что же нам делать-то? Туалет, что ли, смыть? Да, выхода из этой ситуации пока что я не вижу. Ну ладно, давайте, пацаны, на этом закончим пока что. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно не жрите много, иначе станете такими жирными, как те чуваки. Будьте уродом, будьте моральным уродом, будьте... Короче, кем вы только не будете плохим, но самое главное, нормальным человеком точно не будете.
Вот, не становитесь такими. Ради Орал ТВ, ради меня. Всем до скорого, всем пока. Музыка, послушайте, как играет, пиздец. Всем привет, дорогие друзья, с вами Орал ТВ. И я хочу сказать по поводу конкурса. Так как наш канал довольно маленький еще, мы будем делать маленький конкурс в конце прохождения каждой игры. А именно, как я уже говорил ранее, в некоторых других видеороликах это будет 500 рублей после окончания любой игры. Так что для того, чтобы принять участие в конкурсе любой игры, а я напоминаю то, что вы можете принимать участие в разных играх и выиграть эти 500 рублей. Да, подгончик небольшой, но потому что наш канал еще только развивается. Потом конкурса будет больше. Для того, чтобы принять участие, вам нужно сделать репост в любую из социальных сетей, поставить лайк под любым видео и написать в комментариях «Я участвую». Ну и оставить там свои социальные сети, чтобы я смог с вами связаться после того, как конкурс закончится. Это все требования, поэтому, если хотите принять участие, то выполните эти действия.